Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в Доме знаний. Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Из этого множества заметно выделяется одна, которую называют самой печальной на свете – история двух веронских влюбленных – Ромео и Джульетты. Эта бессмертная трагедия Шекспира уже более 400 столетий бередит сердца миллионов неравнодушных людей. Она живет в искусстве как образец чистой и настоящей любви, которая могла победить злость, вражду и смерть. Одной из самых ярких музыкальных интерпретаций этой истории за все время ее существования является балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Композитору удалось удивительным образом перенести в балетную партитуру всю сложную ткань шекспировского повествования. Итак, тема нашего вебинара – «Мир музыкального балета. Сергей Прокофьев, Ромео и Джульетта». Напомню, что либретто основано на трагедии «Ромео и Джульетта» Шекспира, написанной в 1595 году на сюжет средневековой легенды, в которой описываются события начала XIV века. В балете Прокофьева, в отличие от увертюры Петра Ильича Чайковского, каждое действующее лицо имеет свою музыкальную характеристику. Музыка Прокофьева ярко раскрывает основной конфликт шекспировской трагедии – столкновение светлой любви юных героев с родовой враждой старшего поколения. Наряду с сольными сценами-портретами и сценами-диалогами в балете широко представлены и массовые сцены, в которых раскрываются основные драматические столкновения. В первом варианте балета, представленном Прокофьевым Большому театру, был счастливый финал. Однако такое вольное обращение шекспировской трагедии вызвало массу споров, и в результате чего композитор сочинил трагическое окончание, как было и у Шекспира. Причина, по которой Прокофьев первоначально создал счастливый финал в балете, чрезвычайно проста. Автор сам признавался, что все дело в том, что так герою смогут продолжить танцевать, а ведь, и не умрут. А вот на уроке мы уже знакомились с балетными номерами из спектакля, поэтому подробно мы на них останавливаться сегодня не будем, но вспомним некоторые из них. Давайте познакомимся с главной героиней Джульеттой. В номере Джульетта девочка, она постепенно превращается, предстает перед взором зрителя из беззаботной резвушки в сильную, беззаботно любящую женщину. Вначале мы видим портреты резвой, шаловливой девочки, затем грациозной, нежной, мечтательной и задумчивой. Давайте послушаем фрагмент, а потом дальше продолжим обсуждение этого маленького номера. Джульетта, девочка. Фрагмент из спектакля. Итак, вы услышали фрагмент. В образе Джульетты три темы. Первая тема – легкая, резвая и шаловливая. Передается через бегущую вверх мелодию с острым ритмом на стаккато, то есть как будто подпрыгивание. Вторая тема – это грациозность и нежность. Передается через танцевальный ритм в стиле старинного танца гавота. Исполняет эту тему кларнет. А в третьей теме композитор рассказывает о мечтательной, задумчивой девушке. Там изменяется темп и фактура, и звучит флейта. Эти три темы Джульетты проходят на протяжении всего балета. К ним присоединяются еще и новые, другие темы. Но все равно вот эти все три темы, вот девочки, образ девочки Джульетты остаются основными. Такое использование в музыке мелодии и узнаваемых мотивов, характеризующих героя или явления, называется лейтмотив. То есть применение в музыке устойчивых мелодий, несущих определенный смысл в конкретный образ, называется системой лейтмотивов. А сами эти мелодии – лейтмотивами, от немецкого слова «ведущий, руководящий мотив». Первая исполнительница роли Джульетты была известная балерина Галина Уланова.
Галина Уланова поначалу считала музыку Прокофьева неподходящей для балета. К слову, например, именно эта балерина была любимицей Иосифа Сталина, который много раз посещал спектакли с ее участием. Он даже предложил сделать финал балета более светлым, чтобы публика смогла увидеть счастье героев. Это была его идея. Но образ шекспировской героини является, может быть, самой яркой и пронзительной краской в творческой палитре балерины Галины Улановой. В Санкт-Петербурге на Аллее Героев Парка Побед установлен бронзовый бюст, запечатлевший артистку в ее прославленной роли. Но вернемся к балету. Главная идея трагедии – это идея вечного противостояния добра и зла. В данном случае воплощенное противостояние любви и ненависти, то есть вражды. Мы с вами сейчас послушаем фрагмент, который называется «Танец рыцарей». То есть это такая сцена, где Монтекки и Капулетти дерутся на площади. Давайте посмотрим этот фрагмент и дальше потом продолжим обсуждение. В этом фрагменте развернутая сцена, написанная в форме ронда, как бы групповой портрет, обобщающая характеристика феодалов. Давайте послушаем и посмотрим. Кстати, вот этот лейтмотив, вот именно музыка из танца «Рыцарь», он проходит также на протяжении всего спектакля. Сергей Прокофьев, пожалуй, является одним из самых ярких композиторов-портретистов. Его музыка необычайно характерна и образна. Важнейший образ, например, Патера Лоренцо, это ученого, гуманиста, покровителя влюбленных, портрет мудрого, человеколюбимого священника в балете дан в сцене венчания. В его музыкальной характеристике нет ни церковной хоральной святости, ни мистической отрешенности, а музыка подчеркивает мудрость, величие духа, доброту вот этого человека, священника. Его любовь к людям отличается мягкостью и теплотой интонации. Тему размеренно проводят такие инструменты, как фагот, туба или альт. Вот посмотрите на эти инструменты. А еще виолончель. И средний раздел, особенно средний раздел у виолончели. Одним из важнейших драматических средств в балете «Ромео и Джульетта», я как уже говорила, является лейтмотив, то есть главная мелодия. И центральное место занимает в музыке лирическая тема любви, побеждающей смерть. Резкий контраст к миру любви предоставляет вторая линия, линия вражды. Это стихия средневековой Италии, слепой ненависти. Вот причина гибели Ромео и Джульетты. И финал балета, он, конечно, светлый. Светлый гимн любви, основанный на постепенно возрастающем, ослепительном звучании третьей темы Джульетты.
Кстати, к сюжету Ромео и Джульетты композиторы обращались очень часто. Вот увертюра «Фантазии» Чайковского, мы с вами ее на прошлом занятии слушали, драматическая симфония с хором Берлиоза, а также 14 опер, в том числе Шарля Гуно. И обращение к Шекспиру было смелым шагом советской хореографии, так как, по общему мнению, считалось, что воплощение столь сложных философских и драматических тем невозможно средствами балета. Но произведение Прокофьева продолжило классические традиции русского балета. И вместе с тем балетная партитура «Ромео и Джульетты» была такой необычной, что потребовалось время для вживания в нее. И возникла даже такая ироническая поговорка: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». И лишь постепенно все это сменилось восторженным отношением артистов, а затем и публики к музыке. Кстати, балет Прокофьева отличается глубоким своеобразием музыки. Вот это своеобразие, оно проявляется характерной для балетного стиля Прокофьева индивидуальности танцевального начала. Для классического балета этот принцип нетипичен, и обычно он проявляется лишь в моментах душевного подъема, то есть в лирических адажио. Прокофьев же названную такую драматическую роль адажио распространяет на всю лирическую драму. Отдельные самые яркие номера балета очень часто звучат на концертной эстраде, по радио, на телевидении. Это такие номера, как «Девочка Джульетта», «Монтекки и Капулетти», «Ромео и Джульетта перед разлукой», ну и другие. А вот в 1954 году этот балет был экранизирован, и режиссер Лео Арштрам и хореограф Лавровский сняли свою киноленту в Крыму. Роль Джульетты была получена Галине Улановой, а Ромео – Юрию Жданову. Советская публика смогла познакомиться с новым творением Прокофьева в 1940 году во время постановки Леонида Лавровского с успехом, прошедшей в Ленинградском театре имени Кирова. И главные роли там все так же исполняли Сергеев и Уланова. Спустя 6 лет эту версию балета Лавровский представил и в столице вместе с дирижером Шерманом. На этой сцене спектакль продержался около 30 лет, и за все это время был исполнен 210 раз. После этого он был перенесен уже на другую сцену в Кремлевский дворец. Балет Прокофьева постоянно привлекал внимание многих хореографов и режиссеров. Так, новая версия Юрия Григоровича появилась в июне 1979 года. Главные роли выступали Наталья Бессмертнова, Вячеслав Гордеев, Александр Годунов. Это представление было сыграно 67 раз, вплоть до 1995 года. А постановку Рудольфа Нуриева, успешно представленную в 1984 году, принято считать более мрачной и трагической по сравнению с предыдущими версиями. Именно в его балете возросло значение партии главного героя Ромео и даже сравнялось с партией его возлюбленной. До этого момента первенство все-таки было в спектаклях за прима-балериной. Версию Жоэль Бувье можно назвать абстрактной постановкой. Она была представлена в 2009 году на сцене Большого театра Женевы. Примечательно, что хореограф не использовал полностью события, представленные в партитуре Прокофьева, и все направлено было на то, чтобы показать внутреннее состояние главных героев. Кстати, балет в этой постановке начинался с того, что все участники, относящиеся к двум враждующим кланам, выстраиваются на сцене как футбольные команды друг против друга. И Ромео и Джульетте предстоит сквозь них прорываться друг к другу. А вот в 2016 году в Лондоне была исполнена весьма необычная постановка балета, в которой приняла участие известная эпатажная певица Леди Гага. Да, некоторые классические произведения принято считать важнейшим достоянием и даже сокровищами мировой культуры. Именно к таким шедеврам и относится балет Прокофьева «Ромео и Джульетта». Глубокая и чувственная музыка, которая очень тонко следует за сюжетом, не оставит равнодушным никого, заставив сопереживать главным героям и разделить с ними всю радость любви и страдания. Не случайно именно это произведение на сегодняшний день является одним из самых известных и успешных. Итак, любите музыку, слушайте музыку. Наш вебинар подошел к концу. До свидания, до новых встреч в Доме знаний.